Юношеская футбольная лига, новый сезон 2023 года. И мы ведем прямое включение из города Ростов-на-Дону, где сегодня встречаются Ростов и питерский «Зенит». Ростов. Сразу же заброс на правый фланг. Здесь Осинчуков, как всегда, бороздит правую бровку. Смещается ближе к центру. Проникающая передача в штрафную. Здорово, можно бить и забивать. Но как же классно Архип Лакс играет. Успел выйти из ворот. Угол обстрела сократил. И прямо в него угодил. Включают прессинг сейчас питерский «Зенит». Главное здесь быть осторожнее защитником Ростова. Вот то, о чем я и говорил. Немного заигрались. Удар по воротам. Исправляется Матвей Феклин. Отличный выстрел. Так, это у нас Макс. Шубин. Смещается в центр. Здорово. Подключает на правом фланге Иван Веселков. Мягкий заброс на дальний угол. Бить нужно. И как же выходит вовремя из ворот Архип Лакс. Мне кажется, своим выходом просто смутил он игрока Ростова. Гонят вперед свою команду. Ой-ой-ой, опасная какая ситуация, мяч в штангу попадает, да как же так, не летит мяч в сетку ворот, отскочил обратно в поле, Осинчуков вторым темпом пытался прострельнуть. Вот вам и пожалуйста, убаюкивали, да, нас ростовчане, и тут бац. И здесь капитан Ростова теряет равновесие, поехали у него шипы, это может быть опасно. Хорошая проникающая передача. И выходит Матвей Феклин из ворот. Забирает мяч в руки. Но можно выдыхать, потому что зафиксировано положение вне игры. Пошло уже компенсированное время. А вот вам и ответ на мой вопрос, дорогие друзья. Буквально 5 секунд, получается, добавил Станислав Бращин. По итогу ничего. Отправляются команды на перерыв. Здесь, может быть, получится удар. Как же классно разобрался. И отправил мяч в сетку ворот. Иван Петров просто сумасшествие какое-то, а не гол. Ну как же там разобрался Иван? Профессор. Я не знаю, где там мяч. Как он там залетел? Какую щелочку нашел Иван? Но мяч залетел между Архипом Лаксом и штангой. Смотрим за стандартом. Подача в штрафную. Снимают мяч защитники. Удар через себя. Ничего себе. Это было, во-первых, красиво, но и опасно. Там летела нога рядом с лицами защитников Ростова. Но это говорит, да, о заряде на этот матч. О желании. Здесь Петров. Проникающая передача в штрафную. Это может быть опасно. Удар. И снова. Нет гола. Простите, друзья. Показалось, попадает в ближний угол. Вот вам, пожалуйста. Пойдем, кто же это пробивал? Но факт остается фактом, это было очень опасно. Но здесь точно Петров попадает под чистейший подкат, на мой взгляд, Кирилла Глазунова. И вот шанс для «Зенита», а здесь как минимум, да, ну желтая. Я думаю, на красную это не тянет. Андрей Амосов желтую карточку получает. Так, а у Амосова это вторая желтая карточка ведь. Значит, тогда Андрей Амосов получил горчичник, а не Кирилл Чебураков. Пинин потерял возможность убежать через правый фланг в быструю контратаку. Так, а здесь уже Данил Лукиян пытался элегантно мяч себе подработать. И на этом все, дорогие друзья. Дает финальный свисток Станислав Бращин, фиксируя победу в этом сложном матче с минимальным счетом 1-0. Победу Ростова над питерским «Зенитом», с чем мы и поздравляем всех болельщиков ростовской команды. Ну а «Зенит» благодарим за этот классный, яркий матч.